В Уссурийске сотрудники полиции организовали преследование иномарки, водитель которой нарушил правила дорожного движения и отказался подчиниться требованию об остановке. После предупредительного выстрела в воздух было применено табельное оружие. Иномарка с простреленными колесами столкнулась с двумя патрульными автомобилями и остановилась. За рулем был житель Михайловского района. Он не имел водительского удостоверения и никогда не проходил обучение в автошколе. Взял машину у родственника без разрешения, поэтому и пытался скрыться от сотрудников госавтоинспекции. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и езду без водительского удостоверения. Применение сотрудниками полиции табельного оружия признано правомерным.